Привет, мои хорошие. Сегодня чай. И... Ой, господи. И кашка. Овсяночка. Девочки, мальчики, мы сейчас поедим. И добавляю сахарочку. Одну ложечку. И будем кушать. Девочки, мальчики. Такая вкусная кашка. Нужно за 5 рублей купить и поесть. Ну, у меня просто диета маленькая такая, диета. Я хочу вот сбросить, девочки, мальчики, хочу сбросить живот, ребят. Ну, вот смотрите, девочки, мальчики, ну, хочу сбросить еще, ну, килограмм 5-10, ну, максимум. Ну, сейчас я вешу, девочки, мальчики, знаете, сколько? Ну, 69 килограмм. Толстый. Я вообще. Ну прям вообще. Ой, буду сбрасывать, девочки, мальчики. Да? А что делать? Мне говорят, я толстый. Да, очень. И тебе надо сбросить. Ой, будем слушать вас, некоторых людей. Будем правильно питаться. Кстати, у меня чаёк. Чаёк хороший, кстати. Чаёк Ричард. Очень вкусно. Очень замечательно. О, девочки, мальчики. Еда это прекрасно. У нас на улице опять жарко, задолбало. Уже это погода, не знаю. Когда зима наступит. Теплая. В огороде. Так. Растет. В этом году вообще малины нету. Да. Ну ладно, хоть магазин Пятерочка есть. А вам всем хорошего настроения. Наелся я. Больше не хочу.